Приветствую вас, дорогие мои, на уникальном вебинаре, посвященном энергиям 2016 года. Этот вебинар я провожу специально для вас, для тех, кто желает провести 2016 год наилучшим для себя образом. Вы прекрасно понимаете, что энергии года – это очень-очень важная вещь. Кто предупрежден, тот вооружен. Энергии года и чтение карт ангелов на год позволят вам подложить соломку, кое-где, может быть, смягчиться, кое-где, наоборот, настоять на своем. Я получила руководство от своих ангелов сделать это чтение более обширным, более пространственным. И вообще есть три варианта этого чтения. Вот данное чтение, чтение карт ангелов на год, энергии 2016 года, оно будет по месяцам. Также у меня есть в дополнение к этому чтение карт ангелов на год по знакам зодиака и чтение карт ангелов на год по основным сферам жизнедеятельности человека. И как вы знаете, если вы давно со мной уже знакомы, то предыдущее чтение карт ангелов я делала в свободном доступе, на YouTube его можно посмотреть. И также я делала чтение карт ангелов на каждый месяц тоже в свободном доступе. Я получила четкое руководство от Архангела Михаила, это мой покровитель, и от Архангела Гавриила, это Архангел, который отвечает за письмо, за речь, за творчество, за авторство. Такое руководство, что пора получать за свой труд благодарности, и пора помогать людям востребовать свою силу и процветание. Друзья мои, если вы готовы отблагодарить, заплатить за что-то в материальном эквиваленте, выразить свою благодарность, это для вас большой плюс. Значит, вы показываете Вселенной, что вы готовы процветать, и вы впускаете процветание в свою жизнь. Поэтому, если у вас есть знакомые, которым была бы эта тема интересна, пожалуйста, делитесь ссылкой на приобретение данного вебинара. Сейчас еще немножечко скажу. Для тех, кто меня, может быть, видит первый раз, я сразу скажу, что мои прогнозы – это не что-то обязательное, это не что-то фатальное, что вы не можете изменить. Вообще чтение карт ангелов – это уникальная методика, которая дает вам возможности, но ни в коем случае не решает вашу судьбу. И данный прогноз, он показывает вам ваши возможности, что вы можете достичь, сделать и как в 2016 году. Итак, каждый раз я буду мешать колоду для нового месяца. Дорогой Архангел Рафаил, пожалуйста, скажи нам, что нас ждет в 2016 году, в месяце январе? Просто довериться потоку и наблюдать. Смотрите, как разворачиваются события. Наблюдайте за тем, как вы относитесь к чему-то, как все происходит, как все меняется. Просто отпустите и доверьтесь потоку. В январе вам важно воспринимать все происходящее с легкостью. Это залог успеха. Это залог того,